на Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня. Встанем, прошу вас, и усилим внимание. Этот псалом возвещает нам весьма великие истины и опровергает не один какой-нибудь вид ересей, но различные и разнообразные. Он опровергает и иудеев, и Павла Самосадского, ариан, маркионитов, манихеев и всех неверующих в воскресение. Если же он направлен против так многих, то и нам нужно иметь много глаз, чтобы в точности заметить способы этого ратоборства. В мирских ратоборствах, если что-нибудь и будет недосмотрено, то нет никакого вреда для зрителя, потому что там зрелище устрояется не для назидания, но для удовольствия. А здесь, если ты не заметишь с точностью, каким образом противник нападает и каким образом мы можем поражать его, то потерпишь немалый вред. Итак, чтобы тебе не испытать этого, возбуди твой ум, открой твой слух. Прежде всего мы будем поражать иудеев и устремимся против них, взяв в союзники себе пророка с вышесказанными словами. Когда мы утверждаем, что это ясно сказано о Христе, иудеи не принимают этого, но сочиняют нечто другое. Опровергнем же наперед их учение, а потом изложим и наше. Спросим их, кто этот Господь праведника? Сказал Господь Господу моему. Здесь упоминается не об одном лице, но представляется беседа одного с другим. Кто же, по словам их, говорит здесь? Бог. А кто слушает? Авраам. Другие, разумеют, Зарававеля, а иные иное лицо, не говоря ничего согласного, как опьяневшие, или лучше, как блуждающие во мраке и толкающие друг друга. Что же, скажи мне, разве Зарававель есть Господь Давида? Основательно ли это, когда он сам вменял себе великую честь называться Давыдовым? И последующее показывает, что здесь ничего не сказано ни о Зарававеле, ни о Давиде, потому что ни один из них не был почтен священством. А здесь говорится о некотором лице, имеющем необыкновенное и дивное священство. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Но раскроем предложенное. Говорят они еще нечто более пустое, именно утверждают, будто это сказано о народе иудейском, но народ не был священником, да и прочее сказанное здесь никак не может быть отнесено к нему. Итак, оставив это как пустое и не требующее опровержения, представим то, что они еще говорят. Что же такое? Иные из них утверждают, будто здесь говорит сын Авраама о своем господине. Что может быть неосновательнее этого? В самом деле, что хочет сказать здесь сын Авраамов, когда был священником господин его, который сам обращался к священнику Мельхиседеку и просил у него благословения? Основательно ли относить к Аврааму слова «из чрева прежде деницы рождения твое»? Как можно отнести это и к Давиду, или Зарававелю, или народу? Сказанное здесь превышает человеческую природу. И какой смысл имели бы слова «сиди одесную меня», если бы здесь разумелись эти люди? Никакого. Как можно сказать «сиди одесную меня» в Аврааме, который сам вменял в себе величайшую честь стоять пред ангелами? Но какое у них есть основание? Они говорят, как ты допускаешь другого Господа, когда Писание ясно говорит «Господь Бог твой, Господь единый, и тому одному послужи, и нет Бога, кроме Его». Но ради того, скажи мне, это сказано. Ради кого? Преимущественно ради твоего, иудея, невежества. Почему ничего подобного не было сказано ни Аврааму, ни Исааку, ни Якову, ни Моисею, а только тебе одному, когда ты, вышедший из Египта, слил себе тельца? Почему? Скажи мне. Если же ты не знаешь, то узнай причину от меня. Так как ты, вышедший из Египта, слил себе тельца, стал служить Ваал-фигуру и обращаться ко множеству богов, допуская беззаконное многобожие, то, желая уврачевать твою болезнь, Бог и сказал один, для отличия от мнимых богов, а не для того, чтобы отвергнуть единородного. Иначе почему и вначале было сказано «сотворим человека по образу нашему и по подобию»? И еще «придите
и смешаем языки. И еще Давид говорит: «Поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Если же Моисей говорит: «Господь Бог твой, Господь единый», то причиной этого была ваша немощь. И удивительно ли, что так было с догматом, если в делах Бог низводил речь от совершеннейшего к менее совершенному, снисходя к вашей немощи? Так, Он дозволил отпускать одну жену и брать другую, хотя вначале не такой дал закон. И касательно пищи Он сделал великое различие, хотя вначале, напротив, говорил: «Всякую траву полевую я дал вам». И касательно места богослужения установил много законов, не дозволяя везде совершать молитвы, хотя вначале не дал такого закона, но являлся Аврааму и в земле Персидской, в Палестине, и везде. И Моисей впоследствии являлся в пустыне. 282. Что же скажешь? Писание противоречит само себе? Нет. Но оно распределяет все на пользу, сообразно с временем, исправляя немощь каждого поколения. Поэтому тебе и было сказано: «Господь Бог твой, Господь единый». А что Он имеет и Сына, об этом еще пророки говорили в своих книгах. Впрочем, говорили не очень ясно, чтобы не повредить тебе по твоей немощи, и не скрывали, чтобы дать тебе возможность впоследствии образумиться и из собственных их книг узнать догматы истины. Этим преимуществом мы можем доказать, что пророки – суть истинные пророки, когда будем говорить с язычниками и показать достоверность Ветхого Завета. Если ты это отвергнешь, то каким образом заградишь уста язычнику? На что укажешь ты? На исход ли из Египта и на пророчество касательно тебя? Но он не примет их. Если же ты укажешь на предсказанное в Ветхом Завете о Христе и покажешь истинные события, свидетельствующие об исполнении пророчества, тогда он не в состоянии будет противиться. А если ты, иудей, будешь отвергать наше Писание, то каким образом защитишь Ветхий Завет? Когда кто-нибудь спросит тебя: «Откуда видно, что Писание Моисеевы истины?», тогда что ты скажешь? Не скажешь ли: «Мы уверовали в них»? Тем достовернее наше Писание, потому что и мы уверовали в них. Притом вы один только народ, а мы вся вселенная. И не столько вас убедил Моисей, сколько нас Христос. Все ваше прошло, а наше пребывает. Укажешь ли на предсказания? Но у нас их больше. Таким образом, если ты отвергаешь наше, то набрасываешь тень и на свое. Или на чудеса? Но вы не можете показать теперь ни одного Моисеева знамения. Они были и прошли, а мы имеем многие и различные знамения Христовы, которые еще и теперь совершаются, и предсказания, которые сияют яснее солнца. Или на законы, но наше заключает в себе более любомудрие. Или на то, что вы вышли из Египта, когда египтяне препятствовали. Но не одно и то же победить противящуюся вселенную или преодолеть одних египтян. Впрочем, я говорю это не с тем, чтобы противопоставить Ветхий Завет новому, нет, но чтобы обуздать неблагодарность иудеев. И тот, и этот завет даны одним и тем же Богом, и от него произошли. Но я хочу доказать, что иудеи, отвергая пророчество о Христе, низвращает большую часть пророчеств, и что он не может доказать важности Ветхого Завета, если не будет принимать нового. А что вышесказанные слова изречены не о человеке, это для имеющих разум очевидно из слов «Сиди, одесную меня», из того, что он называется Господом, подобно Господу, который говорит к нему, из того, что он рожден из чрева прежде денницы, и из того, что он есть священник по чину Мельхиседека вовек. Стих 4. Теперь перед нами является другой иудей, хотя он и носит вид христианина, именно Павел Самосадский. И против него можно говорить из Нового Завета. Но чтобы не показалось, будто мы, оставив одну, переходим к другой части противников, будем опровергать его отсюда же. Что же говорит он? Говорит, будто Христос есть простой человек и существует только с того времени, как родился от Марии. А что, скажи мне, скажешь ты против этого изречения «из чрева прежде деницы рождение твое»? Можно и все прочее, что сказано против иудеев, сказать и против его последователей.
В этом виновны не мы, а они сами, имея великое сходство с иудеями в учении, потому мы и можем употреблять против них одно и то же оружие. Одинаково нападающих нужно и отражать одними и теми же стрелами. Итак, что значит общение престола? Этим означается равенство чести отца и сына. Это может заградить уста и тем, которые держатся мысли Ария. Потому и Христос иудеям, говорившим, что он есть сын Давидов, сказал: «Как же Давид по вдохновению называет Господом, говоря: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня» Матфея 22:43. А впоследствии апостол Павел, излагая учение о домостроительстве, яснее раскрывая это место, наносит смертельный удар и Маркиону, и Манихею, и всем тем, которые страдают подобной болезнью. Он со свойственной ему мудростью объясняет, как Христос стал иереем по чину Мельхиседека. Но возвратимся к нашему предмету. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Видишь ли равенство чести? Престол – знак царствования. Где один престол, там одинаковая честь одного и того же царствования. Поэтому и Павел говорит: «Творящий ангелами своими духов и слугами своими огонь палящий, а сын уже, говорит, престол твой Божий во век века». И Даниил видел все твари ангелов, архангелов предстоящими, а сына человеческого, идущим на облаках и доходящим даже до ветхого днями. Если эти слова соблазняют некоторых, то пусть они узнают, что он сидит одесную, и перестанут соблазняться. Как мы не говорим, что он больше отца, хотя имеет почетнейшее седалище одесную, так и ты не говоришь, что он меньше и ниже, но равночестен и равен отцу. Это именно означает общение седалища. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Каких врагов? Послушай Павла, который говорит: «Начаток Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец. Ибо Ему подобает царствовать, доколе положить всех врагов своих в подножие ног своих». Подножие. 1 Коринфянам 15:23. 284. Видишь ли согласие слов пророческих и апостольских? Там говорится: «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», и здесь: «Доколе положу всех врагов». Но ни там, ни здесь слово «доколе» не означает предела времени. Иначе как стояло бы пророческое изречение: «Власть его – власть вечная, и царство его – царство, которое не рассыплется, и царство его не будет конца» Даниила 7:14. Если бы он имел царствовать только до известного времени. Видишь ли, что нужно обращать внимание не на одни выражения, но восходить к их разумению. Слыша слова пророка, что он полагает врагов под ноги его, не смущайся. Это сказано не потому, будто сын не имеет силы. Павел говорит, что он сам полагает врагов под ноги свои. Ему надлежит царствовать, доколе положит врагов под ноги свои. И все приписывает ему, когда предаст царство Богу и Отцу, и когда упразднится всякая власть и сила. То есть, когда устроит царство, тогда прекратит всякую власть. Таков смысл слов «упразднится». Приписывая все сыну, он не отделяет от него отца, равно как не отделяет и сына от отца. Потому что все, принадлежащее сыну, принадлежит и отцу. И принадлежащее отцу, принадлежит и сыну. Так и сам Христос сказал: «Все мое твое и твое мое». Итак, когда слышишь, что отец покорил, не думай, что сын не участвует в этом деле. И когда слышишь, что сын покорил, не говори, что отец не причастен этому, потому что эти дела общи, им равно как и все дела. В день силы твоей народ твой готов о благолепии святыни. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. Жезлом силы пророк называет самую силу, а о Сионе упоминает, потому что оттуда получили начаток эти дела. Там он дал закон, там совершал чудеса, оттуда началась проповедь и распространилась по всей вселенной. Если хочешь принимать это изречение в переносном смысле, то послушай Павла, который говорит: «Но приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к церкви первенцев».
Евреям 12:22. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона». Жезл силы твоей означает иногда наказание, иногда благодеяние, иногда утешение, а иногда есть знак царства. А что все это действительно так, послушай пророка, который говорит: «Жезл твой и посох твой, они успокаивают меня». Еще: «Будешь пасти их жезлом железным, сокрушишь, как сосуды горшечника». Также и Павел говорит: «Что желаете, чтобы я пришел к вам с тростью или с жезлом, или с любовью и духом кротости?» Видишь ли, как он бывает жезлом пока и наказание, посмотри же, как бывает и жезлом царства. Исаия говорит: «И вышел жезл от корня Иисеева, и свет от корня его произойдет». И Давид: «Престол твой Божий во век века, жезл правды, жезл царствия твоего». Псалом 44:7, Исаия 11:1. Здесь он назвал жезлом ту силу, с которой ученики обошли вселенную, исправляя нравы и возводя людей от неразумного греха к разумной человеческой природе по повелению Христову: «Идите, научите все народы». Моисей также имел жезл, но он получал силу от Бога, посредством которой и совершал все. Его жезл разделял воды, а этот сокрушил нечестие вселенной. Не погрешил бы тот, кто бы назвал и крест жезлом силы, потому что этот жезл изменил землю и море и исполнил их великой силы. С этим жезлом апостолы прошли по всей вселенной и совершили все. С ним они успели во всем, начав от Иерусалима. Господствуй посреди врагов твоих. Посмотри на пророчество, сияющее с ней солнце. Что это значит? Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. Иначе сказать, среди язычников, среди иудеев. Так церкви были насаждены среди городов. Так апостолы преодолевали и побеждали. Это знак славной победы – воздвигать жертвенники среди врагов, быть как овцы среди хищных зверей и как агнцы среди волков. Так и Христос сказал, посылая их: «Все посылаю вас, как овец среди волков». Это не меньше того чуда – победить тем, которые окружены со всех сторон. Значит, не меньше, чем овцам преодолеть волков. Даже гораздо больше, потому что они в числе 12 привлекли всю вселенную. Господствуй посреди врагов твоих. Не сказал побеждай среди врагов твоих, но господствуй, чтобы показать, что это не трофей, приобретенный сражением, но господство, достигаемое повелением. Действительно, так побеждали апостолы, имея в себе Христа и совершая все как бы по повелению. Поэтому каждый дом был открыт для них, и верующие повиновались им покорнее всякого раба, продавая свои имения и полагая цену их к ногам апостолов, не смея даже брать что-нибудь для своих нужд и оказывая такое к ним уважение, что не осмеливались даже присоединяться к ним. 286. И не только над верными они имели такую силу, но и над неверными. В самом деле, скажи мне, какой признак раба? Не делать ли то, что приказывает господин его? Какой признак господина? Не делать ли через рабов то, чего он хочет? Кто же делал, что хотел, с тогдашними царями и властителями? Не апостолы ли? Очевидно, так. Цари и властители хотели держать вселенную в нечестии, приказывали служить бесам, а апостолы желали противного, и желание их исполнилось. Если же укажешь мне на их узы, бичевание, мучение, то еще более докажешь их господство. Как и каким образом? Потому что и при всем этом желание их исполнялось. А они не по закону, свойственному многим господам, но посредством добродетели достигли этого господства, не имевшего нужды ни в каких внешних пособиях, но торжествовавшего среди всеобщих козней. Обыкновенных господ рабы нередко своими кознями доводили до погибели, потому что господство и было несовершенно и весьма слабо, а господство апостолов никто не мог уничтожить. Но самые козни делали его еще более блистательным. Какой же господин славнее? Тот ли, который имеет нужду в бесчисленных пособиях, чтобы держать рабов в покорности? Или тот, который без всего этого со властью действует и распоряжается подчиненными? Очевидно, последний.
господа, имеющие власть, свойственную многим, часто лишались бы вместе власти и жизни, если бы не имели в помощь себе законов и не жили в городах. А Павел господствовал и в пустынях, и везде. Хочешь ли видеть, как он был даже славнее царей? Он ввел законы во всей вселенной, так что люди, оставив законы царей, стали повиноваться его предписаниям. Притом цари имеют власть только над телами, а апостолы имели власть над душами. Какой раб господину или подданный царю повиновался с такой охотой, как верующие Павлу, писавшему к ним только послание? Кто выразит их любовь и усердие к нему, когда они готовы были вырвать для него даже глаза свои? Имел ли кто когда-нибудь таких рабов? Вот почему пророк, представляя все это, как они покоряли себе верных, как были страшны для неверных, которых властью своей обращали в бегство, и как через них господствовал Христос, сказал не просто «будь господином среди врагов твоих», но «господствуй», выражая особенно сильную власть. Враги, видя это, не могли сделать ничего против них, хотя имели на своей стороне и законы, и палачей, и всякую власть. Впрочем, они были так могущественной силой того, кто обитал в них. Он господствовал через них, не просто был господином, но господствовал, имел великую власть. Силою обитавшего в них они смело шли и на огонь, и на железо, и на диких зверей, и на все. Подлинно, всегда с ними был Христос, и потому они так радовались и восхищались, подвязаясь как бы в чужих телах, отрешившись от всех житейских скорбей, покоряясь владычеству Христа, не щадя ни имущества, ни тела, ни настоящей жизни. Так поступали и те, которые были некогда врагами и противниками. Непобедимая же сила Христова не только избавила их от вражды, но и довела до такой покорности и преданности. Вот почему, хотя говорится, что Отец полагает врагов под ноги Его, но говорится не в том смысле, будто Сын нисколько не действует. Все это было делом единородного. Но, как я выше сказал, дабы ты почитал Отца и Сына одним Богом, со свойственными каждому из них особенностями, и не представлял двух существ нерожденных. А что все было сделано Сыном, то усматривай из самых дел, и не принимай сказанного просто в смысле человекообразном, потому что иначе выйдет много нелепых следствий. Но чтобы тебе убедиться в этом, послушай, что я хочу сказать. Одни из людей, будучи прежде врагами, сделались друзьями, а другие доселе остаются врагами. Что врагов он сделал друзьями, это объясняет Павел, когда говорит, когда предаст царство Богу и Отцу. Объясняет и сам Спаситель, когда говорит своему Отцу. «Я прославил тебя в мире, дело, которое ты дал мне, я совершил. А покорение врагов – дело Отца». Между тем, первое важнее последнего, потому что не одно и то же наказать упорных врагов и сделать врагов друзьями. Впрочем, ни сын от этого не меньше отца, ни отец не меньше сына. А чтобы ты знал, что и последнее так же свойственно сыну, как и первое отцу, послушай. «Идите от меня, — скажет сын, — проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и посылающий ангелов собрать плевелы, есть также и единородный. И везде мы видим его наказывающим дьявола. Это признают и сами бесы, когда говорят, пришел раньше времени мучить нас. Следовательно, он будет мучить их. Видишь ли, что все это, хотя приписывается отцу, но есть дело и сына. А что дела сына принадлежат также и отцу, послушай, как он сам говорит. Никто приходит ко мне, не придет, если отец не привлечет его. И еще, никто не может прийти к отцу, как только через меня. И так не должно понимать всего этого человекообразно. Поэтому и выражение «врагов твоих» не должно принимать так, будто они враги только сына. Потому что кто не чтит сына, не чтит и отца. Иоанна 5:23. 288. Таким образом, иудеи суть враги не только сына, но и отца. Поэтому Бог и подверг их величайшим бедствиям, разрушил города их и превратил его в развалины. Впрочем, не тот час после распятия Христова, но дал им много времени для покаяния, если бы только они захотели покаяться, и послал апостолов, чтобы через них
познав силу Его, они когда-нибудь, хотя поздно, обратились. Но так как они имели болезнь неисцельную, то Бог и послал на них крайнее бедствие, желая и через это призвать их к покаянию, чтобы они, лишившись своей прежней жизни, самой необходимости приведены были к истине, видеть, что тот, кого они оскорбляли, стал предметом поклонения, а все им принадлежавшее разрушилось. Если же и после этого они не сделаются лучшими, то как недостойно никакого помилования подвергнуться вечному наказанию? Слыша слово «подножие», разумей не что-нибудь чувственное, но покорность. А что враги покорятся и отцу, это видно из дальнейших слов, потому что как престол один, так и подножие одно. Стих 3. «И чрево прежде деницы подобно росе рождение твое». Так как пророк выше сказал, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, то чтобы кто не подумал, будто сын не силен, имеет нужду в содействии, равно как и апостолы, послушай, как он разрешает такое недоумение. «С тобою, — говорит, — твое рождение подобно росе». Что значит «с тобою начало»? «В день силы твоей народ твой готов о благолепии святыни». «В тебе, — говорит, — начальство». Не после пришедшее, но всегда существующее в тебе самом. Тоже выразил Исаия, когда сказал, и владычество его на раменах его. То есть в нем самом, в существе его, в природе его, не так, как у обыкновенных царей. Власть царей основывается на множестве войска, а у апостолов не так. Впрочем, и их власть происходила от внешней, содействовавшей им силы. А Христос имеет власть по природе своей, в существе своем, не после рождения получив ее, и не от вне приобретши, но и родившись с нею. Вот почему, когда его спросили о царстве его, он сказал: «Я на то родился и на то пришел». «С тобою от начала в день силы твоей». Выражение «с тобою начало» означает не только то, что начальство его не зависит от другого, но и то, что оно постоянно и вечно. Люди часто лишаются власти еще при жизни. А если не при жизни, то непременно по смерти. Или лучше сказать, и при жизни власть их находится не в них, но, как я выше сказал, в войсках, телохранителях, богатствах, укрепленных оградах и во всем прочем. А у Бога нет ничего подобного, но власть его в нем, и при том постоянно. Как невозможно, чтобы не было существа его, так невозможно, чтобы не было и царства его. В день силы твоей, под днем силы можно разуметь и день, уже прошедший, и день будущий. Тот и другой доказывает величайшую силу Христову. Не величайшее ли доказательство силы его, когда смерти его смерть упраздняется, медные врата сокрушаются, грех истребляется, клятва разрушается, когда все прежнее зло уничтожается, и вместо того подаются новые блага? Что может сравниться с этой силою? Посмотришь ли на чудеса или на другие дела его? Мертвые восстают, прокаженные очищаются, бесы прогоняются, море укрощается, грехи отпускаются, расслабленные укрепляются, рай отверзается, камни распадаются, завеса раздирается, лучи солнечные скрываются, и тьма покрывает вселенную. Тела усопших святых восстают, разбойник возвращается в древнее отечество, своды небесные раскрываются, униженное естество человеческое возносится выше неба небес. И что еще важнее, посаждается на царском престоле, и предстоят ему ангелы и силы. Всякий порок изгоняется, добродетель возвращается, благодать духа подается. Рыбаки, мытари и скинотворцы заграждают уста философов, обуздывает язык риторов, разрушает владычество бесов, жертвенники, храмы, праздники и торжества языческие отменяются. Смрад и дым и все нечестивые жертвоприношения решительно прекращаются. Все прорицатели, святотатцы, гадатели и все орудия дьявола обращаются в бегство. Церкви возрастают по всей вселенной,
составляется сонмы девственниц и лики монашествующих. Вместе с городами и пустыни наполняется благочестием. Лики праведных и святых мужей стройно воспевают, стоя вместе с вышними ангельскими силами. Сонмы мучеников и исповедников являются во множестве по всей вселенной. Добродетель исполняется с великой легкостью. Варварские народы научаются любомудрию. Те, которые были свирепее диких зверей, соревнуют жизни ангелов. И везде, где только солнце освещает землю, распространяется учение Христово после креста и воскресения. Представляя все это, пророк и говорит: «С тобою начало в день силы твоей». Если ты хочешь видеть будущий день и узнать, что этот день есть день силы его, то представь, как небеса свиваются, вся поврежденная природа воскресает, по одному мановению все является, дьявол посрамляется, бесы приходят в отчаяние, праведники получают венцы, каждый дает отчет в грехах своих, а за добрые дела получает награды, как начинается другая жизнь, в которой уже нет ни смерти, ни болезни, ни старости, ни бедности, ни клевет, ни козней, ни жилищ, ни городов, ни искусств, ни моря плаваний, ни одежд, ни пищи, ни питья, ни кровли, ни постели, ни столов, ни светильников, ни злых умыслов, ни сражений, ни судилищ, ни браков, ни болезней, рождения, ни рождений. Но все это исчезает, как разметаемый прах, и настает другое, лучшее состояние жизни. Телу даруется нетление, бессмертие и великая сила. Объясняя это, и Павел сказал: «Ибо проходит образ мира сего». 1 Коринфянам 7:31. «Если же ты не веришь сказанному, потому что не видишь этого в настоящем, то из настоящего и заимствуй доказательства касательно будущего. Обойди мыслью всю вселенную, землю и море, Грецию и землю варваров, населенную и ненаселенную, на суше города, на море острова, горы и леса, и увидев, как везде сияет сила Христа, и как все прославляют досточтимое имя Его, сообрази, что Он же, имевший возможность сделать все это, обещал нам и будущее». Если ты хочешь иметь честнейшее доказательство, то представь, почему вся вселенная стекается видеть гроб, в котором уже нет тела Христова? Какая сила влечет людей с концов земли видеть, где он родился, где погребен, где распят? Представь и самый крест. Какой силы он есть знамение? Этот крест прежде был знаком проклятой смерти, смерти позорной, смерти самой постыдной. Но вот теперь он сделался драгоценнее самой жизни и славнее диадем. Так что все мы носим его на челе, не только не стыдясь, но считая ее своим украшением. Не только люди простые, но и те, которые облекаются в диадемы, на челе выше диадем носят крест. И весьма справедливо, потому что он выше бесчисленных диадем. Диадема украшает голову, а крест ограждает душу. Он – гроза для бесов, врачевство для болезней души, непобедимое оружие, неприступная стена, непреодолимая защита. Он отражает не только нашествие варваров, не только нападение врагов, но и полчища самых свирепых бесов. «Во светлостях святых», – говорит другой переводчик, – «во благолепии святого», а третий – «во славе святых». Это также сказано о настоящем и будущем дне. Светлостью здесь пророк называет величие святых. Кто славнее Павла? Кто знаменитее Петра, которые обошли всю вселенную, сияя светлее солнца, рассеивая семена благочестия? Они, как шедшие с неба ангелы, были для всех неприступным предметом благоговения. Выражая это, писатель книги Деяний и говорит, что никто не смел приставать к ним. Деяния 5:13. Самые одежды их были исполнены великой благодати, и тени от тел их оказывали великую силу. Если же они были таковы здесь, то представь, в тот день, когда они получат тела нетленные и бессмертные, сияющие светлее всякого видимого света, каковы будут они и подобные им пророки,
апостолы, праведники, мученики, исповедники и все отличавшиеся добродетельной жизнью по вере во Христа. Представь это собрание, эти светилы, эти лучи, эту славу, благолепие, светлость, торжество. Кто может изобразить все это? Не может никакое слово. Только самый опыт может объяснить эту светлость людям, достойным такого зрелища. Тогда, я думаю, будет нечто подобное тому, как если бы засияли на небе многие солнца или непрерывные молнии. А лучше, сколько бы я ни старался изобразить словами эту красоту, я не буду в состоянии выразить ее по достоинству. Все подобные сравнения чувственны, а та светлость, та слава, которая будет сиять там, блистательнее всякой подобной красоты. Тогда самые тела не только будут нетленными и бессмертными, но и облекутся неизреченною славою во светлостях святых. Чтобы не представить Бога только страшным, пророк изображает его также кротким и благодетельным и говорит «во светлостях святых». И это знак силы его, чтобы сделать их столь светлыми, как и Павел говорит, который преобразует тело смертное наше, что оно будет подобно славному телу его. Филиппийцам 3:21, 292. Сказав о предмете так великом и невыразимом, далее апостол прибавляет: «По действию его силы, которая покоряет ему все, не спрашивай, — говорит, — как это и каким образом. Для Бога возможно все, чего он хочет». А почему пророк не сказал «во светлостях святых», но «в светлостях»? Потому что награды их многочисленны и разнообразны. Иная слава солнца, иная слава луны. Иная слава звезды, и звезда от звезды разница в славе. Так же будет и воскресение из мертвых. И Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Притом эта светлость не имеет конца, она не сменяется ночью и не дает места тьме. Но будучи невыразимо великой и несравненно превосходнейшей всякого видимого света, отличается и тем величайшим преимуществом, что не имеет конца. И это опять есть дело невыразимой силы Царя – сообщить телам смертным и тленным такую силу и могущество. Сказав о предметах так высоких, окрылив слушателя надеждами, пророк далее показывает, что это сказано не без основания, а потому, что таков и тот, кто совершает это. Кто же совершающий? Единосущный Отцу. Выражая это, он и продолжает: «Из чрева прежде деницы подобно росе рождение твое». Те, которые перетолковывают эти слова по своему желанию, утверждают, будто здесь говорится о рождении Христа по плоти. Но как же, скажи мне, прежде деницы? Так назвал он, говорят, ночь, в которую родился Христос, потому что он родился до рассвета. Но здесь не об этом речь шла. И не об исторических событиях говорит пророк. А с другой стороны, они не могут доказать, что пророки, которые говорят о многом прикровенно, говорили только о том, о чем повествовали евангелисты. Здесь говорится «прежде деницы», не «прежде восхождения деницы», но «прежде самого начала», «прежде происхождения деницы». Писание обыкновенно различает, когда оно говорит о времени прежде бытия чего-нибудь или прежде деятельности. Так, когда говорит премудрый: «Подобает солнцу предварять утро на благодарение тебе и обращаться к востоку света и тебе поклоняться». Премудрость 16:28. То разумеет здесь рассвет. Он не сказал «прежде света», но «прежде востока». Не прежде бытия его, прежде бытия солнца ничего не было, но прежде восхода солнца, чем и указывает на рассвет. В другом месте, когда говорится о бытии солнца, не говорится «прежде востока», но «прежде солнца». Так, например, «прежде солнца пребывает имя его и прежде луны из рода в род». Таким образом, не одно и то же означает выражение «прежде солнца» и «прежде восхода солнца». Второе относится к деятельности солнца и означает «рассвет». А первое – к существованию его. Так точно и здесь. Если бы пророк хотел означить ночь, то не сказал бы «прежде деницы», но «прежде восхода деницы». С другой стороны, сам Христос относит этот псалом не к плотскому своему рождению, но к духовному. Когда он спросил иудеев: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» И когда они отвечали: «Давидов»,
Тогда он привел этот псалом и сказал: «А как же Давид говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня? Если Господь его есть, то как вы говорите, что он сын ему?» Что же означают эти слова? Здесь изображается истинное его рождение от Бога Отца. Что же, не прежде ли только денницы он существует? Нет. И в другом месте говорится: «Прежде луны престол его». Псалом 71.5. Но это не значит, будто только прежде луны. И об Отце говорится: «Прежде, нежели родились горы и сотворена земля, вселенной от века и до века, Ты, Господи». Псалом 89.3. Но Он существует не от века только, но еще прежде века. И не до века только, но бесконечно. Не соблазняйся выражениями, но разумей их богоприлично. И посмотри на мудрость пророка. Он не в самом начале псалма сказал: «Из чрева прежде Дениса рождение твое», но прежде показал дела его, и потом уже, когда изобразил его в делах, прямо выражает божественное достоинство его. Так и сам Христос сказал: «Если я не творю дел Отца моего, то не верьте мне, а если творю, если не верите мне, то верьте по делам моим». Иоанн 10:37. Это для того, чтобы ты, узнав, что Он сидит одесную Отца, называется Господом, так же, как и Отец имеет начальство в самом себе, производит такую светлость и господствует среди народов, не изумлялся, когда услышишь, что Он есть Сын Божий и существует прежде всякой твари. Достойно удивления и то, как пророк одно говорит от лица Божия, а другое – от своего лица. В словах «Сиди одесную меня, из чрева прежде Денисы рождение твое», которое выше его, он представляет говорящим самого Бога, а прочее говорит сам. Заметь еще, какие точные он употребляет выражения. Достаточно было сказать «родил тебя», но он прибавляет «из чрева». Для людей, пресмыкающихся по земле, желая показать им истинное его рождение. И как говоря о руке Божией, он говорит: «Так не для того, чтобы мы допускали у Бога руку», но выражает творческую его силу. Так и здесь упоминает о чреве для того, чтобы выразить истинное его рождение. 294. Потом, желая составить пророчество в виде приговора судьи, он обращает речь к самому Христу в знак сильнейшей любви и чрезвычайной радости души, вполне объятой Духом Божиим, и говорит: «Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Видишь ли, как он опять низводит речь к предмету низшему, беседуя то о божестве, то о человечестве Христовом. Так поступают и евангелисты, чтобы и тот, и другой догмат сохранить в точности. Почему он сказал «по чину Мельхиседекову»? И по причине таинства, которое преобразовал Мельхиседек, когда предложил Аврааму хлеб и вино, и потому что это священство не зависит от закона, и потому что оно не имеет ни конца, ни начала, как говорит Павел. То, что в Мельхиседеке было как тень, на Иисусе Христе исполнилось как истина. И как имена Иисус и Христос были и прежде, так и это. Мельхиседек представляется не имеющим ни начала дней своих, ни конца жизни. Не потому, чтобы он действительно не имел их, но потому что неизвестно его родословие. А Иисус Христос не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Не в том смысле, как Мельхиседек, но в том, что он совершенно не имеет ни начала во времени, ни конца. Там тень, а здесь истина. Подобно тому, как, слыша имя Иисус в Ветхом Завете, ты разумеешь не истинного Иисуса, но принимаешь это имя только за прообраз и больше ничего не ищешь, так и, слыша о Мельхиседеке безначальном и бесконечном, не ищи в нем истины, но довольствуйся одним названием, а истину находи во Христе. Слыша здесь о клятве, не разумей действительной клятвы. Как гнев в Боге не есть гнев или страстное движение, но наказующее действие, так и клятва. Бог не клянется, но изрекает то, что непременно сбудется. Таким образом, пророк, сказав о светлости святых, о покорении врагов под ноги его одни силы, говорит теперь о настоящем. Смотри, какой употребляет он порядок речи, желая тронуть грубого слушателя. Внушив ему сначала страх словами о суде
и тем смягчив упорство его, он потом говорит и о настоящем. Для этого он и употребляет смешанный состав речи. Смотри, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Это о будущем, потом о настоящем. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. Далее о будущем. С тобою сначала в день силы твоей во светлостях святых, затем опять о настоящем, но таком, в котором заключается уже не наказание, а благодеяние. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Здесь говорится о прощении грехов и примирении с Богом. Остановившись на этом предмете столько, сколько хотел, он опять касается дома строительства Христова, обращая речь к низшему предмету. «Господь, — говорит, — одесную тебя». Хотя выше сказал, что он сидит одесную отца. Видишь ли, что не нужно держаться одних только выражений. Что значит «Господь, одесную тебя»? Коснувшись дома строительства, он говорит о плоти Христовой, которая получала подкрепление. Мы видим, что Христос был в подвиге и в поте, и в таком поте, что капли пота, как кровь, падали, и был укрепляем. Такова природа плоти. Сокрушит в день гнева своего царя. Поразит царей. Не погрешит тот, кто отнесет это и к настоящим врагам церкви, и к будущим, которые отдадут отчет за свои грехи и нечестие. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Что значит «судит в народах»? Будет судить, говорит, а судит самих бесов. А что он действительно судит их, послушай, что говорит сам Христос. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И в другом месте. Когда буду вознесен, то всех привлеку к себе. Если же он употребляет несколько чувственные выражения, не соблазняйся этим. Такие выражения часто употребляются в Писании. Сокрушит голову на земле обширной. Если принимать это в переносном смысле, то можно сказать, что он низложит гордость. А если понимать буквально, то можно разуметь бедственную участь иудеев, которых он поразил с великою силою. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Здесь пророк указывает на скромный образ жизни Христа, на смиренное его обращение, на то, что он совершал все эти дела без всякой пышности, не имея у себя копьеносцев, не окружая себя чувственным великолепием, но проводя жизнь самую простую, до того простую, что даже пил из потока. Какова была у него пища, таково же питье. Пищей его был ячменный хлеб, а питьем вода из потока. Такую любомудрую жизнь он вел для того, чтобы научить и других воздерживаться от чревоугодия, презирать пышность, отвращаться от тщеславия. Далее, желая показать плоды такой жизни, пророк говорит: «Посему будет пить из потока и вознесет главу». Таков плод смиренно-мудрой и строгой жизни. 296. Это сказано не о божестве, но о плоти Христовой, которая пила из потока, которая и превознесена. Простота жизни не только не причинила ей никакого вреда, но и вознесла ее на невыразимую высоту. И ты, возлюбленный, имея такие примеры, презирай жизнь, исполненную тщеславия и пышности. Веди жизнь простую и неизысканную, если хочешь сделаться славным и великим. Господь твой приходил для того, чтобы научить тебя идти этим путем. Поэтому и пророк, сказав о делах его, прибавляет и это. И как бы так говорит: когда ты слышишь о победе и трофеях, то не ожидай увидеть оружие, воинов, колесницы, кони, всадников, щитоносцев, услышать шум и смятение. Совершающий такие дела столь смирен, столь скромен, что пьет воду из потока. Однако, будучи таким, он совершит все это. Пусть выслушают это те, которые имеют пышные столы, вымышляют всякого рода яства и приправы, отовсюду собирают разного рода поваров, отправляют матросов, кормчих, гребцов, привозить им необыкновенного рода вина, благовония и сласти, а вместе с тем и самих себя низвергают в пропасть и делают презреннее всех. То не делает человека высоким, что он нуждается во многом, и то не делает его низким, что он довольствуется малым.
Если хотите, мы представим примеры тех и других. Пусть кто-нибудь имеет множество людей, доставляющих ему все. Матросов и кормчих, художников, домашних служителей, ткачей, красильщиков, пастухов и погонщиков скота, конюхов и наблюдателей за конями. И все они пусть оказывают ему великие услуги. Другой пусть не имеет ничего такого, но довольствуется одним хлебом, водой и простой одеждой. Кто из них высок и кто низок? Не ясно ли, что высок, имеющий одну только одежду, он может нисколько не чувствовать подчинения даже самому царю. А тот раб всех, кто доставляет ему нужное. Он унижается, льстит, услуживает всем, опасаясь, чтобы кто-нибудь не оставил его и тем не причинил ему существенного вреда. Подлинно, ничто так не делает человека рабом, как множество потребностей. И ничто не делает свободным так, как довольство лишь необходимым. Тоже можно видеть и на бессловесных животных. Какая польза ослу быть обремененным тяжелой ношею, хотя бы он мог пользоваться ею бесчисленное множество раз? И какая потеря для другого осла, который свободен от всякой тяжести, если он имеет необходимую пищу? Поэтому Христос, желая сделать учеников своих высокими, как готовившихся проповедовать по всей вселенной, освободил их от всех забот. И таким образом окрылил их и сделал тверже адаманта. Подлинно, ничто не придает душе столько силы, как свобода от забот. И ничто столько не делает ее слабою, как бремя забот. Как там не скоро можно встретить печаль, так и здесь не скоро можно найти удовольствие. Один из них имеет множество жестоких и бесчеловечных господ и госпожей, а другой не служит никому, но сам господствует над всеми, с великой свободой наслаждаясь лучами солнца, пользуясь воздухом и не имея никого, кто бы огорчал его. Не мучит его ни гнев, ни зависть, ни ненависть, не терзает его ни забота, ни ревность, ни тщеславие, ни гордость и ничто другое подобное. Но как тихая пристань, свободная от волнения, так и его душа находится в спокойном состоянии и легко стремится к небу, не задерживаясь ничем настоящим. Итак, чтобы и нам наслаждаться такой свободою, спокойствием в жизни настоящей и безмятежностью при отшествии из ней, будем проводить такую жизнь, чтобы нам сподобиться и вечных благ, превосходящих всякое слово, всякий ум и разумение во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.